Наш лес. Мы приехали 30 декабря. Решили проверить грибы. Но ламулину или дрожжалку. Дрожжалку я найду, это точно. Ой, первые вешенки Оля нашла. Не зря. Слушай, мы ее забрали в лес сегодня. Ай-яй-яй. А они просто... Удача! Ну, какой свежий гриб хороший. Ну-ка, с той стороны, сейчас я его покажу. Я его как один, да. Класс. Ну-ка, покажи. Значит, мне они ее. Есть. Покажи мне ее с другой стороны, возьми-ка. Значит, они есть. Кого? Гриб этот с той стороны. Ну, ты же слабый. Как? Ай, во. Так, надо с другой стороны. Покажи. Ой, какие красивые, ой, какие румяненькие. Все? Чистенькие, да, все, хорошо, все. Отлично. Мои. Так, теперь дрожжалки. Дрожжалок мы, конечно, не покушаем, потому что они примерзли, и они маленькие все. Не распушились, все-таки минус один. А хороша дрожжалка. Ой, какие дрожжалочки. Ай-яй-яй. Высоко, высоко. Ладно. Перебьемся, пусть живут пока. Когда-нибудь мы до них доберемся. И сидим. О, может быть, какую-нибудь добыть, хоть одну-две. Да ну зачем? О. Да, их здесь очень-очень много было. Но мы их тогда не брали. Ладно. Пусть растут. Вот это вот. Хорошее. Ой, какие-то грибы. Ну что, ищи что? Грибы, ищи, давай. Ищи, ищи. И это трутовики. Хорошо, интересно, но как будто кто-то в лесу здесь хозяйничает. Дерево упало. И небольшое ведь дерево. Оно упало, мы тут, и оно упало. Да, мы здесь, а оно вон там впереди упало. Может быть, там медведь завелся какой. Ой, а вот тут что? Сейчас. Короче, я сейчас обойду. И это дрожжалки в другом месте. И это лес такой. Где здесь черные грибы, вот ну, эти. Старые, их называют черный гриб. Чего только нет. Или дрожжалка. Черный ну, гриб. Много этих. Или дрожжалка. Но. О, ну они еще промерзшие. Нам их не добыть. Ну ладно, пойдем дальше смотреть. Иду, Саша, и мы идем. Классно. Уже что в одном месте. Классно. А где Саша? Я у них. Вот такие трутовики были бы это вешенки. А то трутовики. А лес заколдованный. Хо-хо. Вот они дрожжалки, но они молодые. Маленькие. Дрожжалки. Грибочки. Во. Красиво. Они съедобные. Мы пробовали сырыми есть. По чуть-чуть. Ай, не. Да нафиг. Красиво, красиво. И очень маленькие здесь. Ламулинки. Вон там он. Чуть-чуть снег почистили. Ой, как... Сейчас. Подожди. Маленькие. Ламулинки. Прорастают. По всему стволу. И вон там он. Ну вот еще в одном месте совсем маленькие. Ну ладно, соберем. Вот такие. И вон там даже. Вон там высоко. Вон они там. Ну и пусть себя раст. Как дерево до самой земли ветки. Наклонились. Вот-вот упадет, как там. Ух, прямо на глазах перед нами падало. Иди сюда, вот деревья, видишь вот эти вот? Вот. Маленькие, маленькие. И мне опять вот. Их и не поймать. Вот тут вот где-то. В снегу. Малюсенькие совсем. Ну что поделать. Такой лес. Грибы на снегу. О, ламулины. И еще в другом месте вот такие вот. Ну что ж, есть.
грибы. Есть. Вот тут точно не пройти. Во как. Как хорошо. В лесу. Ну вот заколдованный лес, это точно. Вот такой вот он весь. Аномальный. Все деревья перепутаны. Ну, сказка зимняя, красиво очень. Красота. Ладно. И одна сосна. Лес дубово-березово-осиновый. Оль, где ты там? Ага, Саш, выходим. Пойдем. Ага. Но все равно хорошо. Да. Ничего не нахожу. Пока. Ну, одну нашли. Кустик маленький. И то хорошо. Идем, идем. О. По лесу гуляет. Да, мы опять сюда пришли. Не туда, куда надо. Куда, никуда. Вон, опять сюда. Ну, ну направо потом обойдем, сейчас и пойдем. Ну ладно, пойдем. Хватит, если у нас найдется, да, снимем. Такого добра здесь хватает. А дерево так страшно упало. А! Вот. А, не знаю, вон там он. Где-то падало прямо при нас. Ну, конечно, здесь вон какой бурелом. Буква Х. Хорошо, значит. Вот здесь где-то падало что-то. Ломалось. Ну, ладно.